В Украине заметно выросли цены на бензин, поэтому в качестве альтернативы дорогому топливу автомобилисты начали ставить газобаллонное оборудование на свои машины. В связи с этим появилось большое количество газовых АЗС, которые не всегда честно заправляют автомобили. Тем не менее, в Запорожье есть автозаправочные станции, которые гарантируют точность налива топлива. В компании «Запорож Ойл Групп» стартовала акция под названием «Точный налив». С 28 октября АЗС «Сити ЗОГ» производят заправку автомобилей через эталонный сертифицированный мерник газа, который даст возможность каждому водителю убедиться в честности налива топлива на данных заправках. И внедряем первую в Украине новинку, позволяющую нашим потребителям как газа, так и бензина и дизельного топлива проверить дозу, которую наливает колонка. И нами был приобретен очень дорогостоящий мерник газовый, который позволяет определить точно то количество топлива, которое вам заливает ваш газовый баллон. К сожалению, на каждый ЗС такого мерника у нас нету, поэтому наши клиенты, в случае, если у них возникают вопросы по количеству залитого им газа, их газобаллоны, могут по телефону горячей линии связаться, вызвать представителей нашей компании, которые незамедлительно явятся и сделают проверку дозы. Это же все касается и мерников, которые находятся на ЗС для проверки бензина и дизельного топлива. Мерник газа считает количество заправляемого топлива одновременно с колонкой. Это помогает автомобилистам самим убедиться в том, что их не обманывают. Запорожцы уже успели оценить преимущество наличия данного прибора на АЗС ЗОГ. Бывали случаи на других заправочных станциях, где я чувствовал, что не доливают газа. Поэтому в основном стараюсь постоянно заправляться на ЗОГе. И теперь с таким прибором я буду еще более уверенный, что здесь не обманывают клиентов. Да, я думаю, что это хорошо, что счетчики стоят. Будешь уверен, сколько тебе заправят. АЗС сети «Запорож Ойл Групп» гарантирует автомобилистам Запорожья и области, что здесь заправляют по-честному. Ведь слоган акции «Точный налив» – «За сколько литров заплатил, ЗОГ ровно столько и залил». В ближайшее время эталонные сертифицированные мерники газа появятся на всех заправках ЗОГ, расположенных в Запорожье и области.